Заболеваемость ОРВИ в республике повысилась на 10%. Об этом сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на данные мониторинга по итогам прошлой недели. Небольшое повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями характерно для этого времени года и не превышают предельно допустимый эпидпорог. В управлении также отмечают, что из числа заболевших ОРВИ около 88% приходится на детей до 14 лет. По итогам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии, пока вирусы гриппа не отмечаются. Хотелось бы посоветовать родителям, чтобы они не отправляли своих больных детей в детские сады и школы, а своевременно были у врача, чтобы лечение получить, и самим не ходить на работу больными, и в места, где большое скопление людей, тоже избегали посещать.